Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Морской, который всего в 4 километрах находится у нас от моря. И хочу вам представить новый наш проект 135 квадратных метров в двух вариантах. Вот видите за моей спиной именно этот проект 135 квадратных метров. Почему в двух вариантах? У нас есть, как видите, данный проект с полноценным этажом и есть с мансардным. Пойдемте посмотрим, как они выглядят у нас внутри. Первым делом давайте взглянем на планировку первого этажа. Здесь расположилась прихожая и холл с лестницей, раздельный санузел, спальня, кухня, гостиная и терраса с котельной. Прихожая в этом доме занимает площадь в 4 квадратных метра. Здесь предусмотрено место, куда можно установить шкаф для верхней одежды. Далее проходим в холл и спальню. Спальня площадью 14 квадратных метров. Рядом со спальней находится кухня-гостиная, которая очень светлая и просторная. Площадь ее составляет 30 квадратных метров. Из кухни можно выйти на террасу площадью 17 квадратных метров, где можно отлично и с комфортом провести вечер с семьей или друзьями. Также на первом этаже есть раздельный санузел. Теперь давайте взглянем на планировку второго этажа. Здесь разместились три просторных спальни и большой санузел. Окна двух спален выходят на заднюю часть двора. А в третьей спальне и санузле выходят окна на фасад. Также хочется обратить внимание, насколько светло в коридоре благодаря двум окнам, одно из которых находится на лестничном марше. Важную часть дома составляет коммуникации, которые сюда уже проведены. В каждом доме коттеджного поселка Морской есть центральная вода, электричество 15 кВт, септик 8-кубовый. В скором времени мы будем подключать уже газ, и по заявке клиента будет подключен интернет по оптоволокну. Площадь этого участка составляет 6,4 сотки. На фасаде установлен забор из металлопрофиля с воротами и калиткой. По остальному периметру мы делаем забор из евроштакетника. После окончания строительства дома земля на участке вспахивается. Это был обзор нового проекта 135 квадратных метров. В него уже заселились счастливые обладатели этого дома. Поэтому, если вам понравился такой проект, поставьте лайк. Если у вас какие-то есть еще комментарии, пишите нам, мы обязательно ответим на них. Помните, что мы своих клиентов встречаем в аэропорту, на ЖД вокзалах, расселяем свои гостиницы и полностью показываем все, что у нас есть на сегодняшний момент.
мы сопровождаем своих клиентов полностью по всем юридическим вопросам от начала до конца. Это у нас входит в стоимость наших домов, уже в стоимость сделки, поэтому обращайтесь, задавайте вопросы, пишите, мы рады будем помочь вам. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока!